Это финал ежегодного городского фестиваля. В концерте примут участие национальные творческие коллективы города, победители районных этапов фестиваля. Специальные гости – участник телепроекта «Голос» Сэм Аветисян и народный фольклорный ансамбль «Акаро» из Дагестана. На площади будут организованы шатры с кухнями народов Кавказа. Также все желающие смогут сфотографироваться на фотозонах, специально изготовленных в национальной тематике.